Оказывается, в общем, нас много, и мы готовы на большие-большие свершения. Ну, это здорово, что ты объединяешь людей на разноформатные проекты. И нам очень хочется ребятам молодым сказать, что все, что стоит за традиционной культурой, за исторической памятью, что это на самом деле может существовать в одном контексте. Угу, может сочетаться. И это может быть очень клево. То есть пир 26-27 августа. Мамочки! Скажу я как продюсер этого проекта, помогите. Вот. Эти мероприятия создают контекст, как бы не просто фестиваль, не просто развлечение. Нет, у них глубокий смысл, это контекст, попытка создать культурный, исторический контекст города. Диджеи на балконах исторических зданий и музейная набережная в Ярославле. Это два проекта, на которые ярославские ивентеры выиграли гранты от государства. О грядущих культурных событиях к нам пришла рассказать создатель этих событий Юлия Скороходова. Встречаем! Добрый вечер, Юлия! Добрый вечер, Сережа! Мы тебя знаем, конечно, как организатора всемирно, я бы сказал, известного городского пикника «Пир на Волге». Вот теми мероприятиями, про которые я упоминал в начале, тоже твоя команда занимается, команда пира, или это какие-то отдельные люди? Это два проекта разных совсем, и проект, который называется «Музейная набережная», его делает команда, есть такое малоизвестное сообщество, называется «Ассоциация Ярославское Convention Bureau». А второй проект делает команда «Волга Групп». Да, это действительно те же люди, которые делают пир на Волге. Оказывается, в общем, нас много, и мы готовы на большие-большие свершения. Пойдем, что называется, по порядку. Да? Сначала про балкон-сет. По-моему, именно так называется этот проект. Да, он называется «Посмотри наверх. Балкон-сет». А мы долго играли названиями, потому что балкон-сет отражает суть того, что происходит, а «Посмотри наверх» очень важная для меня коннотация, контекст этого проекта, потому что, правда, мне хочется, чтобы в реальности те люди, которые придут, посмотрели наверх, подняли голову от своих гаджетов, перестали смотреть себе под ноги, а посмотрели наверх в самом глобальном, экзистенциальном, я бы даже сказала, и прямом смысле этого слова. Очень много смыслов можно вложить в эту фразу, у каждого он будет свой. И мне кажется, именно сейчас, именно сегодня такое время, когда надо всем очень-очень-очень часто и очень много поднимать голову и смотреть наверх. В прошлом году, насколько я помню, уже было подобное событие, которое тоже вы организовывали. Да, в прошлом году мы потестили эту историю. Это были два тестовых события в Ярославле и в Рыбинске. Нам безумно понравилось, и мы сели на 2 месяца, написали грант и отправили его в президентский фонд культурных инициатив. И вот нам повезло, в огромном конкурсе наш проект отобрали. Я напомню только зрителям, что из себя представляет проект. То есть тогда мы видели, и вы можете найти в интернете это видео, когда известные диджеи играют на звоннице, да, Ярославского Кремля, на каких-то балконах исторических зданий. Это прям такая вот эклектика некая. Таких проектов в той или иной степени много по всему миру, когда, да, действительно диджеи играют на всевозможных известных памятниках, архитектуры и так далее. Мы здесь немножко пошли дальше, глубже и так далее. Мы взяли не только исторические памятники, а мы взяли, в принципе, знаковые здания, и знаковые прежде всего для молодых людей. Нам очень хочется сделать такой диалог между современной культурой и культурой традиционной. И нам очень хочется ребятам молодым сказать, что все, что стоит за традиционной культурой, за исторической памятью, за тем, что, в общем, часто кажется им неинтересным, скучным и так далее, что это на самом деле может существовать в одном контексте. Может сочетаться, и это может быть очень клево, это может быть очень интересно. И правда, исторические здания на самом деле очень могут быть красивыми, если на них правда поднять голову и посмотреть. И диджей-сет у нас играется в коллаборации с местным фольклорным музыкантом, то есть в каждом городе, а их 9. А вот теперь мы уже переходим к планируемому мероприятию, то есть в отличие от прошлого года, это будет в 9 разных городах Ярославской области. То есть почти все города Ярославской области мы берем. Мы сейчас занимаемся подбором зданий, и в их подборе и выборе будет участвовать молодежь, мы будем жители этих городов, молодые ребята. Дальше
в сете будет приглашен участвовать, как я уже говорила, из этого города музыкант. Мы очень хотим, чтобы это были или фольклорные музыканты, или традиционные музыкальные инструменты, или фольклорные гусли, балалайки и так далее. И сделать творческую коллаборацию, чтобы такой джем, на джазовом языке говоря, между традиционной и вот современной музыкой. Опять же, понятно, то есть релевантный язык, понятный этой аудитории. И мы говорим, ребят, гусли это может быть очень круто, если его, их подать вот так, как вы это умеете. А дальше сет тоже необычный, потому что мы готовим для каждого сета звуковой портрет города, такой, ну, вообще можно сказать саунд-дизайн, и это будут набор звуков, которые будут вплетаться в сет, которые будут как-то характеризировать историю или современность этого города. Ну, такой звуковой портрет. То есть, круто. Ну, условно, если это Гаврилов Ям, там, скрип телеги, ржание лошади, а если это там Рыбинск, что-то бурлацкое и так далее. И мы эти звуки постараемся подобрать так, чтобы все-таки какая-то складывалась картинка, а на сайте можно будет зайти и каждый звук посмотреть, что он значит, то есть будет такая небольшая справочка, почему он вдруг появился. Для интересующихся и тех, кто хочет разобраться, то прям есть, да, в, как... Да. Сформировался, да, этот трек, еще можно будет все это разложить, да, по полочкам. То есть, если тебя цепануло, то у тебя есть прямой шанс какую-то базовую информацию, угу, получить о городе, о здании и так далее. Круто. Даты есть? Даты есть с мая по сентябрь. Нет, точнее, по август. С мая по август. 4 месяца летних. Сейчас бесполезно эти даты перечислять, потому что 9 городов, но мы запустим, уже запустили страничку в ВКонтакте, можно будет легко найти. Угу. И будет сайт. И там вся информация будет выложена. Отлично. Это было все, что касается первого проекта «Балкон Сет». Теперь мы к музейной набережной переходим. Это тоже событие, которое уже, опыт которого проведения у вас есть. И это было в Ярославле на набережной, когда музеи наши, ярославские же, да, выходили и показывали что-то не в своих стенах, да, а к людям, скажем, да, так. Да. Теперь что это было? В прошлом году музейная набережная – это была попытка создания первого общественного городского пространства. Да? Это такая сложная, кажется, история, но на самом деле здесь все очень просто. Это пространство в городе, которое наполняется жизнью самими жителями, там, представителями культурных каких-то креативных индустрий, то есть, ну, самими жителями. Угу. И поэтому это вот такая еще попытка, да, как бы такая метафора показать, что, в общем, этот проект показывает Ярославль и пытается его сохранить. Эти мероприятия создают контекст, как бы не просто фестивали, не просто развлечения. Нет, у них глубокий смысл, это контекст, попытка создать культурный, исторический контекст города. Ты так гуляешь и параллельно узнаешь, в общем-то, историю города, его какие-то традиции и так далее, и так далее. Ведь в этом году, видишь, и смысл очень мы такой заложили глубокий, у нас дескриптор в этом году «Герои улиц», то есть весь проект посвящен именам и вообще людям, именами которых названы улицы нашего города. То есть это такая получилась, в общем, энциклопедия города. То есть те ярославцы, которые внесли какой-то значимый вклад в истории вообще страны, мира, угу, деятели искусства, науки, культуры и так далее, вот про них мы будем рассказывать на этих 5 треках, которые будут на набережной. И последний трек 2 сентября, он очень интересный, он такой специальный проект. А начинается когда? Первый проект 13 мая, угу, потом 27 мая в День города, потом 11 мая, 11 июня, 12 июня, и вот потом 2 сентября. Так вот, 2 сентября проект называется «Улицы, которых нет». Это проект, посвященный людям, которые должны бы были появиться в топонимике Ярославля, но по разного рода причинам их там нет. Это могут быть и меценаты, и наш там Корзинкин, который Перекоп, и Мельгунов, который наш губернатор, и Ян Левин, наш молодой, да, безвременно ушедший краевед, и Ткаченко, и так далее. То есть это могут быть и наши современники молодые, и какие-то деятели. Ну, надо сказать, что я вот по перечисленному количеству событий, которые в этот ивент заложены, вы какую-то просто героическую ношу на себя берете. Да, у нас получилось 5 треков. Значит, 13 мая мы будем рассказывать про студенческую жизнь, в том числе про Демидова, Прушинского. 27 мая мы будем рассказывать про наших ученых Сабанеев, Сауков, Колмогоров, Соловьев,
Терешкова, ну, ученые и технологии, то есть, которые мы притворяли в жизни ярославцы. 11-12 июня это будет литература, театр Волков, Собинов, Богданович, Трефалев. Ну, это 2 числа, как я говорила, специальный проект, по результатам которого мы хотим создать список людей, которыми, именами которых мы предлагаем называть в будущем новые улицы города. Мы уже говорили с мэром об этом. Проект. Да, и он очень рад. В общем, мы говорим, давайте не будем называть улицы вторая строительная, третья тупиковая, когда у нас есть столько прекрасных земляков. Знание знаниями, просвещение просвещениями, мы будем это делать, естественно, не на языке лекций и не на языке, скажем так, какого-то навязывания информации. К формату подошли. Да, так. Это все равно формат фестивальный, это все равно формат, я даже сказала, нативный. То есть мы хотим просто, чтобы люди, которые гуляют по набережной, были окружены ощущением курортной жизни, ощущением движения, ощущением смысла, ощущением любви к городу, к своему. Все, что здесь происходит, Ярославское, все, что здесь происходит, это дает тебе повод для любви, для гордости, если угодно, к своему городу, но при этом еще доставляет тебе удовольствие, тебе, твоим детям и твоим родителям. Чуть-чуть буквально в завершении интервью давай проговорим про грядущий, планируемый пир на Волге. В каком он будет формате? В этом году пир у нас совершенно в ином формате происходит. Значит, будет большой проект в Ярославле реализовываться с 26 августа по 2 сентября, целая неделя, то есть туристическая неделя в Ярославле. Этот проект получил субсидию Ростуризма, сейчас это Министерство экономики, Минэко. И он называться будет «Ешь, смотри, беги». И основывается он на двух ключевых проектах. Это пир на Волге, который будет непосредственно проходить в этом году два дня, 26 и 27 августа. То есть пир 26 27 августа. Мамочки, скажу я как продюсер этого проекта, помогите. Вот. И 1-2 сентября стрелка будет отдана ребятам полумарафон «Бегом по Золотому кольцу». У них тоже в этом году двухдневные проекты, несколько забегов. Они, наверное, тоже хватаются за голову. Но, тем не менее, это будет абсолютный вау. А между ними всю неделю будет происходить разного рода движ. Приоткрою завесу, пока есть много интриг и задумок, но то, что уже можно говорить, это ресторан и фестиваль. Это гастроли шеф-поваров будут в Ярославле каждый день. Это будут, у ребят будут очень интересные забеги тематические, но пока это все. Ну и хорошо, да, потому что просто у нас уже сюжет вот такой получается, а говорить и продолжать обсуждать планируемые проекты хочется. Спасибо тебе большое, что пришла, спасибо то, что вы такой движухой занимаетесь, потому что такое ощущение, что если бы вы ей не занимались, я не знаю, чтобы у нас было интересного. Спасибо большое. Юлия Скороходова, продюсер, создатель, автор, просто неравнодушный человек. Ура! Спасибо, Сергей.